Баренцево море, дальние Зеленцы. Смешение теплых атлантических и холодных, богатых питательными веществами арктических вод приводит к бурному развитию подводной жизни Баренцева моря. Под водой вы не встретите и квадратного сантиметра голого камня. Все покрыто растениями и животными. Бесчисленное количество морских ежей разных видов и форм. Особенно впечатляет поселение ярких актиний с толстыми мясистыми щупальцами. Галатурия, или морской огурец, беспозвоночное, малоподвижное, ползающее животное. Питается частичками ила, плавающими в воде, прилипающими к ветвеобразным щупальцам. Живут галатурии около 10 лет и достигают до 45 см в длину. В Баренцевом море обитает около 40 видов морских звезд. Это одна из наиболее древних групп животных. По оценкам ученых, этому виду более 400 миллионов лет. Морские звезды встречаются на глубинах до 400 метров. Они питаются главным образом мидией, но не брезгуют моллюсками и морскими ежами. При случае нападают на живых, особенно больных или запутавшихся в сетях рыб и животных. Рост звезд зависит от условий питания. При хорошем питании за полгода они вырастают до 80 см в диаметре. Внешне морские звезды выглядят тихими, едва ползающими, однако это свирепые хищники. Огромные массы свежей воды, насыщенные кислородом и планктоном, регулярно с приливными течениями приносят в бухту новую кипящую жизнь. Акклиматизированный в Баренцевом море камчатский краб образовал самовоспроизводящуюся популяцию, которая в настоящее время достигла промысловых размеров. Первые попытки вселения камчатского краба в Баренцево море были предприняты в 1932 году, но потерпели неудачу из-за отсутствия надежного способа доставки. Только в 1969 году удалось с помощью авиации завести достаточное количество особей камчатского краба для начала развития устойчивой популяции. В 1974 году первые крабы попались в сети рыбаков у российского побережья. Через 3 года он уже объявился у берегов Норвегии. Сейчас популяция крабов Баренцева моря, насчитывающая более 15 миллионов особей, в несколько раз превышает популяцию крабов на Камчатке. Ситуация в Баренцевом море после вселения камчатского краба изменилась и стала угрожающей. Камчатский краб – один из самых крупных ракообразных в мировом океане. Естественных врагов у взрослого краба практически нет. Зимует краб на глубинах 200-300 метров. Весной, в апреле, крабы отправляются в свой нерестовый поход. Миллионные стада крабов, как оккупационная армия, прокатываются по дну, сметая все на своем пути. Едят крабы все, что не может от них уплыть, убежать или спрятаться. Современные исследования в районе Дальнезеленской губы и в других районах Баренцева моря говорят о снижении количества донных беспозвоночных, морских звезд, ежей, моллюсков и ракообразных. Ламинария. Один из древнейших представителей растительного мира нашей планеты. Плавание в зарослях ламинарии выглядит как полет над удивительными подводными арктическими джунглями. Рак-отшельник использует в качестве укрытия пустые раковины брюхоногих моллюсков. Раки-отшельники обитают в приливно-отливной зоне и на мелководьях морей на глубинах до 80 метров. Морские раки-отшельники – хищники и падальщики. Они питаются кольчатыми червями, моллюсками, иглокожими, другими ракообразными, останками погибшей рыбы. Облик раков-отшельников во многом обусловлен обитанием спирально замкнутой раковины. Наружу из раковины торчат только 3 пары ходных ног. Первая пара несет клешни разных размеров. Более крупная клешня у многих представителей используется для затыкания входа в раковину. 4-я и 5-я пары входных ног развиты слабее и служат для закрепления в раковине. Коренной житель Баренцева моря – северный краб-паук. Длина панциря у северного краба составляет 10 см, а расстояние между кончиками ног – примерно около 30. В отличие от других крабов, которые при приближении врагов быстро убегают, этот вид изобрел другую стратегию.
Он маскирует себя водорослями и другим материалом. Кроме того, он двигается очень медленно, так что сбивает хищников с толку. Север неудержимо притягивает человека. Будто компасная стрелка указывает путь сердцу романтиков. Создание современного дайв-центра в Дальних Зеленцах сделало этот уникальный арктический мир доступнее и ближе. Многие дайверы навсегда заболевают Арктикой и возвращаются сюда снова и снова.